В зале собрались уважаемые люди, поэтому пошумим знать! МС слева, представьтесь. МС Копенгаген. МС справа. МС Юрий. Скажь! По результатам жеребьевки начинает МС слева. Обратите внимание, дамы и господа, перед нами стоит типа звезда. Ты же просто постаревший Петрик Пяточкин. Голосуйте за цифру 2, потому что номер 1 – Игорь Ласточкин. Большой некрасивый лысеющий шар. Актер, у которого борщ-гонорар. Просто покупай себе белые тапочки, тебя вынес не я, тебя убрал. Игорь Ласточкин! МС справа, слово за вами. Ну, в принципе, как бы ты, ну, практически все правильно сказал. Але ты как бы, ну, не до конца как бы все сказал. Я как бы, понимаешь, мой друг, я еще и в танцах танцевал. Суперстар! Юр, что не так? А что он не знает, что я суперстар? Суперстар! Да хватит уже! Какой я тебе шар? Большой некрасивый... Да заткнись, ну что ты делаешь? Юр, по-моему, переигрываешь. Да, согласен. Не Баклан. И не Ласточкин.